моими родителями? Они живы. Что случилось? Милая, а где твой брат? Что случилось с Луи? Ты хотя бы знаешь? Я никогда не прощу Луи. Брат и сестра. Алис, у нас все пошло наперекосяк прямо с момента твоего рождения. Вернее, с момента моего рождения. Мне понадобилось 10 лет, чтобы понять, что я оказалась полностью во власти ненависти. Моя сестра не разговаривает со мной. Когда она меня видит, она в ужасе убегает. Я никогда так не страдала. Постойте, нельзя принимать столько таблеток. Вы ничего не знаете о моем здоровье, обо мне, о том, как я живу. Алис была гениальна. Однажды гением стал ты. Это ее убило. Чем известнее он становился, тем мне становилось хуже. Почему ты не решил проблему? Какую проблему? С твоей старшей сестрой! Останови ее ненависть! Брат и сестра. О, простите! В кино с 15 сентября.